Всем привет, добро пожаловать, с вами снова Наташа Бой. У нас сегодня лапша бобовая и зразы. Зразы внутри котлета, зразы внутри картошка. О боже, помогите. Так, зразы картофельные, а это внутри овощи, а здесь внутри мясо. Давайте пробовать. Тут внутри мяско. Вкусно. Лапша.
Thank you.
Очень вкусно, очень соскучилась по этой лапше. Не знаю, почему она мне нравится. Помню, как-то мы снимали на нее обзор, и многие писали, что типа они не очень ее любят. Не знаю, она прикольная, вкусная, сладенькая такая. Мне очень понравилось. Ну, зраза, как всегда, великолепно. Подписывайся, комментируй, ставь лайк, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до скорых встреч!